В этом году почти 4 миллиарда рублей выделено на ежемесячные выплаты на первого ребенка в Дагестане. Об этом сообщает Минтруда Республики. Так, с января по июль 2020 года Министерством управления социальной защиты населения на осуществление указанной выплаты уже перечислены денежные средства в сумме около 2 миллиардов рублей, рассчитанные на более чем 27 тысяч человек. Отметим, право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, размер дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.